Всем привет, мои хорошие, с вами Любовь и мой мирок Орхидей. Вот и наступил второй день перестановок с моими красотульками. Муж мне доделал стеллаж, чуть позже покажу все подробнее. Ну и, конечно же, с предыдущего стеллажа пришлось все убрать, потому что было неудобно монтировать этот стеллаж и неудобно было монтировать лампы. И под предыдущими видео кто-то написал: такое интересное расположение ламп я никогда не видела. Девчат, ничего интересного нету, так как мне захотелось, так муж и сделал. А точнее, он делал так, чтобы все провода выходили на одну сторону. Поэтому коротенькие лампы соединил вот так, как я показывал в предыдущем видео. Ну, конечно же, я еще сниму ролик и покажу все поподробней. Но, к сожалению, название ламп, скорее всего, я вам не скажу. Это не специальные лампы, то есть это простые лампы. Мы купили в магазине один теплого света, второй холодного света. И ради эксперимента. Ну, скажу вам сразу, что и с теплым, и с холодным светом те и другие лампы 8 Вт. Многие говорят, что 8 Вт не хватает. 8 Вт 4000 кельвинов. Вот такие лампы. Ну, если я не выкинула еще этикетку под одной из ламп, тогда я вам покажу в следующем ролике. Ну, а сейчас не буду заострять на этом внимание, потому что мне предстоит не очень легко сейчас составить все цветы, и чтобы они по возможности уместились, а уместятся или нет, они все сюда, я, конечно же, вам все расскажу и покажу. Ну, а сейчас, если вам интересно за мной понаблюдать, как и чего я тут делаю, возможно, и кого-то из вас сподвигну на такое, пошишиться со своими цветочками, но получится, я думаю, неплохо. Оставайтесь и будем заниматься с вами вместе. Для вас я постараюсь включить более приятную мелодию, чтобы вам было интересно за мной наблюдать. Да, и не забывайте поставить пальчик вверх, поделиться моим видео и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И обязательно нажмите на колокольчик и выберите слово «все». И тогда вам будут приходить все оповещения о новых наших видео. Потому что впереди у нас с вами еще очень-очень много интересного. Все, мои хорошие. Здесь, кстати, я реанимашечку сейчас. Там две реанимашечки у нас. Одна малышка и одна... Ладно, покажу вам все в ближайших видео. Они уже восстанавливаются и скоро будут готовы к обзору для вас. Все, мои хорошие. Думаю, вам понравится этот ролик. Предыдущие два ролика вам очень понравились. Ну а подробно о каждой орхидейке мы еще успеем с вами поговорить. Так что жмите колокольчик, пальчик вверх и обязательно подписку на канал, чтобы ничего не пропустить интересного.
We'll be right back.
Ну что, моя хорошая, вот и закончено почти мой спа-салон для орхидей. Почти. Почему говорю почти? Сейчас обязательно покажу. Сделано два вот здесь стеллажа, как вы видите. Один шире, его видно. Второй поуже. Ну и для того, чтобы было удобнее в эту зону подходить. И вот так вот будет у них периодически включаться увлажнитель. Сейчас отключила вентилятор. Он дует на них очень-очень маленькой скоростью, то есть совершенно не холодно, даже не на них больше. Наверное, я его поставлю в другую сторону, для того, чтобы он раздувал полностью все вот это вот дело на все орхидейки. Наверное, снизу наверх или сверху на низ. Вот видите, он выключился, все. Он сам периодически отключается, периодически включается. И меня это вполне устраивает. Ну, конечно же, более подробно я покажу вам все орхидейки позже. Здесь наша фабрика с вами стоит, которая точку роста потеряла. Ну, а так вот расставила все растюшки. Вот эти вот большие поставила туда, чтобы они никому ничего не притеняли. Переставила, то есть вы поняли, да, что была перестановка. Вот с гигантейками пока, видите, сколько их много. Я для них принесла, вот для этих, которые посередине, еще другие эти, как они? Ну, вот эти вот прям, которые вот здесь стоят, видите, у них листики желтенькие, нижние. Новые растут уже хорошие, это были самые больные орхидейки изо всех гигантей. Ну, не знаю, что с ними было, но вот они были самые-самые слабенькие. Сейчас все у них замечательно. Если присмотреться, у некоторых даже корешочки убегают. Ну, конечно, не получится сейчас все это показать. И девочки многие написали, что люб теперь такой широкий стеллаж будет неудобно поливать. Вот, видите, есть хорошие гигантейки, их тоже много. Слабенькие уже восстановились, они в прекрасной форме, скажем так, но на продажу, конечно же, они не пойдут, которые были слабенькие, пока они не нарастят хорошую корневую. Корневая у них уже хорошая наросла, но листовая масса пока отстает по сравнению от других. Но они все тронулись в рост, думаю, сейчас на новом месте они еще лучше тронутся в рост, потому что здесь им тепло. Нормальная влажность какая должна быть. И думаю, что с ними будет все замечательно. Вот здесь вот расставила. Так вот поудобнее для них, покомфортнее маленечко. Ну, конечно же, еще будут какие-то все равно перестановки тут. Где-то сделаю маленько, может, посвободней. Где как. Ну вот, все уставились. Всем хватает света теперь. У всех все замечательно. На самый верх поставила. Не буду сейчас залазить на стул, потому что мне не очень это сегодня удобно и комфортно. Помимо склада еще много было делов. Ну и также параллельно убиралась в соседнем помещении, скажем так. Не только здесь. Ну, до конца, конечно же, еще не убралась. Ну, всю уборку покажу на втором своем канале, поэтому подписывайтесь на второй мой канал, кто не подписан. Ссылочка есть под каждым моим видео. Второй канал называется «Моя жизнь». Думаю, что теперь им здесь будет гораздо комфортнее и удобнее. Кстати, вот эту бабулетку еще до сих пор не поливала. Кто смотрел, видео с бабулеткой выкладывала именно в день пересадки. То есть в какой день я снимала это видео, в тот день я его и выложила. Поэтому бабулетка еще стоит не напоена. Единственный корешок у нас остался кверху растущий. Так он и остался растущим. Пока все нормально. Не стрессанули. Здесь наши реанимашечки. Чуть-чуть опрыскала их. Но скоро покажу их поближе. Здесь тоже реанимашка, у которой цветоносы две штуки, почки пробудили. И не стала ничего трогать, но растение начало терять тургор. И вот такую вот систему придумала. И опрыскиваю. Для чего вот так вот сделала? Для того, чтобы вода не шла в точку роста с листьев. Вся вода остается на этой тряпочке. И
тем самым листики поддерживаются вот так кверху. Ну и вот там тоже у нас растение. Вот в самом низу морковки поставила. Пока вот именно вот здесь света нету, но он им и не нужен, они спят. Когда растения спят, свет им активный не нужен. Так, ну там у меня вода стоит для полива на теплом поле, чтобы была всегда теплая. И вот это место тоже будет еще стеллаж. Все под мои цветы, да. Какие-то, конечно же, из этих цветов будут на продажу, но в основном они здесь все останутся со мной. На продажу гигантейки пойдут, бульбашики пойдут на продажу. Вот эти вот, скорее всего, не пойдут, я передумала их продавать, оставлю себе. Эти вот красотульки. Вот так они называются, если получится. Показать покажу. Нет, фокус не ловится. Совсем не хочет. В следующий раз покажу. Обязательно. Здесь у меня варигатные дендробиумы, не знаю. Бедным им досталось тут пока. Переставляла туда-сюда здесь. Ну, это мои растения. Здесь туфельки, башмаки разные. В общем, целогины там у меня, бульбашики, ванда. Всех хватает понемножку. Дендробиумы еще. Дендрохилумы. Потом... камбрии, две штучки. В общем, почти что прям набор орхидейный. Ну и дома их очень-очень много. Вот. Все, мои хорошие, на этом закончу свое видео. В процессе дальнейшей работы здесь я, конечно же, буду вам все показывать. Температура в этом помещении гораздо теплее, чем дом, где они стояли, в соседнем. Здесь 24 показывает. Да. 24, влажность поднялась наверху до 30, была на нуле. Вот за счет того, то, что поставила увлажнитель. Здесь внизу показывает 22 градуса. Не знаю, будет вам видно, нет, да, вот 22 градуса сейчас внизу. И он включится, когда 63. Процента влажности. Он должен поддерживать 60% влажности. Ну и сейчас, уходя домой, конечно же, я выключу вентилятор. Ну, включать не буду, он был включенный. Буду в течение дня, когда здесь находиться, буду его включать на пару часиков для того, чтобы воздух циркулировался. Ну, и на окне у меня там теперь ничего не стоит, поэтому даже сегодня днем на улице у нас плюс, я открывала окно, чтобы проветрилось здесь и был свежий воздух. Воздух здесь теперь не спертый вообще прям, а то за счет того, что стояли растения на окне, открыть его было невозможно. Ну, а теперь можно и открывать. Вот такой радостью с вами поделилась. Хомяк довольный. Осталось вот такой же стеллаж будет стоять. Я его просто соединю, здесь все уберу. Не было сегодня времени до конца доделать. Конечно, хотела все до конца здесь сделать. Сюда тоже встанут растения, которые еще не встали. И все будет замечательно. Растюшки будут счастливы. Ну, а в соседнем помещении... что мы там будем делать, вы сможете увидеть на втором моем канале. Соседнее помещение для других орхидей. Всем пока-пока!